Одна из святынь возрождаемого Дегитриевского монастыря Челябинска, Иверская икона Божией Матери, в настоящее время находится в Краеведческом музее. Она попала сюда в годы безбожия, но с возобновлением жизни женской обители перед образом вновь зазвучала молитва. В день памяти Иверской иконы монахини пришли в музей, чтобы помолиться Божией Матери перед ее иконой. Русская православная церковь молитвенно почтила Иверскую икону Божией Матери. Для челябинских монахинь этот день особенный. Игуменья Рафаила Бабушкина, которая была настоятельницей Адигитриевского женского монастыря в 1879-1908 годах, заказала для своей обители копию Иверской иконы Божией Матери, хранящейся на Святой горе Афон. Прошло больше века. Монастырские храмы и корпуса не пережили богоборческих времен. А вот иконе повезло больше. Она сохранилась в фондах Челябинского краеведческого музея. Более того, исторический образ вошел в основную экспозицию, повествующую о религиозной жизни дореволюционного Челябинска. Эта икона – одно из немногих зримых свидетельств о старом Адигитриевском монастыре. Почему нам еще дорог этот образ? Потому что он является адигитриевским типом. Дело в том, что у нас монастырь назван в честь иконы Божией Матери Адигитрии, а это один тип. Дело в том, что Адигитрия приводится как путеводительница. В иконографии это изображается тем, что Пресвятая Богородица своей рукой показывает на Спасителя, как на путь и на истину. Поэтому мы очень чтим этот образ. Монахини прочли канон Иверской иконе Божией Матери и оставили у святыни белые розы.